нем. Ой, блядь. Лабуда его на шапку продал. Сука, сейчас я за себя типа эту шапку выкупать. Так тут есть он вендор или к любому вендору подойди и все. Так вот, иду, я просто с рыбой улетел. Сейчас пойду выкуплю шапку. А, дай мне, и все, я тебе дам долг. Продать? Да ладно, говорю, чтобы обмен дал. Апокал, а не, шапку не продал, фу, я подумал, продал. Этот, апокал, у тебя сколько с собой этих саранитов? 12, мне не продают их больше никто. Я тебе 14, сколько, 12, я тебе 13 штук дам после крови. Ну, ты сразу знаешь. Да. Не хочу я воровать, сука. А зачем ты, блядь, тело, короче, пока там не было дня, и он лужу не бросил. Нормально. Не хочу просто варом играть, все. Варом пока, ой, ДКшка пока болячки раскинет, не страшно вообще. Барбихер дал 4 сорвал, блядь, пиздец. Подойдите к боссу, засуманите меня. Ребята, ДД, подойдите, пожалуйста, поближе к боссу. Ой, к боссу, к трэшу сюда. Чтобы милики, бля, крутились такие. Все. Подойдите к боссу, суманять. Так. Если выпадут боешки, Андрей нить на рыбу будет, у меня просто не время. Тут же босс не дамажит нихуя, правда будет целка. Чё, я нормально ловит. Ты вытань. Не, я к тому, что я ДД-3 не себе накину, да и всё. Не, ну босс на первого на день танковские, он сильно. Он так жирный. Или танка бьется. Ну, он все равно с ним мейн танком будет на первом боссе, так и пусть меньше. Не, ну, да, будет, да, вот. ДК-шка танчит, пускай танчит. Вань, 4 кнопки тут, а? Блять, как ты задолбали. Да, мне нужен шмот, и ебаный дискорд меня уже бесит. А, тебе нужен с первого босса шмот? Да. Еще один человек, которому босс не нужен тогда. Рухи 4 хила будет. Ваня, еще только хилом туда залетает. На первого босса. Нет. Тогда и еще один человек, который заменен. Ну, из ДДшников. Раз, качмыга. FDK еще вместо FDK, все. Я думал, мне квест надо. Хуй на этот квест. Квест это не бредьте. Шарните его, кстати, перед боссом. Да, и засмоньте. Дальше СПДшные фласки бери Сацуне, ДДшные Сити. Андрюха тоже возьми СПДшные. Ой, ДДшные, точнее, я тоже СПДшные возьму. Женя можешь тоже СПД взять, помогать раздавать. Нидим, да? Нидим. Не нидите, а отставляете уфологу. Он даст на рыбу. Сейчас денег уже просто не так много. Мало стоит боешки. Тебе денег дать? Ну, пока не надо, но скоро, возможно, нет.
ПК еще есть. Там петь очень много. Походу они продаются, что ли? Пока не до этого, потом успеем. Давайте фласки раздавайте. Берите уфолог, ДДСные, Сатуны, СПДСные, Хики, ДДСные. Ну, когда они скажут. Определенные СПДСные. Скибиди СПДСные. Ставьте Карсум, Лаксар, Марухи, Чабудрейвана. Я тут. Ну, я просто говорю, кто не здесь рядом. Марухича, засуманьте еще. Напоминаю, первая пачка влево убегает, вторая вправо, третья влево, четвертая вправо, Сацуна Марухич. Сацуна Скибиди, точнее влево, Марухич воет вон вправо. Это Бонда нет в первой пятипати. Ты меня засунь куда-нибудь. Так ты ж не в рейде или в рейде? Я в рейде. Или что, мне выйти? Да, Марухича мы поэтому засмотреть не можем. Ты же сказал, тебе ничего не надо, поэтому тебя убрал. Поставьте порт у меня, КД. И вон там камень. Вон, иди поставил. С левой стенки. А что выпало? Какая шмотка? Водинка. О, Водинка, Водинка, заебись. Андрей я забрал, надеюсь? Нет. О, ну. Кто? Маша кидает меня куда? За. Но уже Водин. Отдали. А. Все. Ставлю рыбу. Рибах. Мейн танк Юи, в него на пулы. Два остальных танка просто в нем стоят. Фадыкей, уходи. Геру. Геру дадим с пула. Как только подведут. Лезьте с рыбы. Женек, уйди тоже. Стоит. Я мобой уходи. О. Шарните квест на ребро. А что, есть квесты какие-то или что? Да, ну, обычный. Пожалуйста. Обычный квест на 200 ОД. Вики. А там... Вики. Тот, который на нота всяких, там, с Артариона, теперь сделали на ребро и Джару. Все. Погнали. Долго стоим. Да ладно. Там на выбор один из них. Если ты на Джарака вчера Андрей делал, то ты уже не делаешь. Геру, дали. Ханты не забываем, подходим под хп. Перед 7 секунд. Пристабав, кстати, нет. Закиньте пристабав. Войд. Ты единственный приз. Блядь, во время прилива дал мне стыд. Падает. А чё он... Войд. Я думал, локает у симфон, да? А вот его разбежали. Кто сдохнет, это льда минус будет. Поэтому мы стоим в Нигерии. Воид, как дела? Баф будет? Чё? Дай баф. Баф будет сегодня, не? Я давал. Дай еще раз. Не на всех хрень не спал. Нажми, Коля, айсбаум. А тебе есть баф. Короче, это, подводи, слышь, подводи меня, потому что у меня, короче, это, на месте все крутится, если я в игре. В игре. Слышал, нет? Медведя подводи. Да, да, все нормально. Андрюха, ты ставишь, ты тут? Маша, залей меня. Я двигаюсь. Андрюха, ты где? Он слышит на его, этот, Андрюха, ты, короче, не двигаешь, стой просто, нормально. Определенно, Инна, закиньте.
Бля, ну Сань. Ну что, Сань, блядь, сейчас свайпнем сейчас, нахуя это надо? Сразу разбили, потому что скоро вихрь будет. И разбегались. После того, как он закончит кастовать вихрь, пока он нужен стоит. Не горим, не горим. У медведя хильфил на ужасе. Медведяк не его, Коля. Да, я пока усейв. Перебежали, он у... Все остальные тоже. Лежали и нарпашки веди. Делаем, делаем. Казали дурного. Коля, у тебя сейчас должен, по идее, быть сейф, да, сейф после вихря. Из-под лица. Ну вот, все стало, в принципе, на свои места по допросу. Да? Да? Чего, убили уже? Почти 7%. Я танка с трудом передамаживаю, чтобы ты понимал. Я тебя, Женя. Поражен твоей неудачей, Женя. Выглядит билки очень сильно. Не знаю, как добили. Блять, Петя. Не до сколка. А, повезло. Хорошо. Нифига себе выглядит, как обычно. Ретрики со дна в топ вообще улетели. Мне про то, что нет сейчас такого ДПС, как у Бодрейвена было по 20. 10, там, ну пускай пятое можно было выжить. Я тебе не про это сейчас говорю. Было там у Бодрейвена 20 тысяч, у Солы 20. Нет, Локи, да. А, что, убили, нет? Да, да, убили. А у остальных там хуйта полная. Солнцепад поломали вообще, видимо, к чертям. Ну, отрезали яйца Солы. 2% забоя, это ж полная параша. Там другая билка падающая, какой-то. Солнцепад бил 20% урона забоя, если что. Это нормально, что он два квеста берет сразу? 20-ка? Да, 10-ка и 25-ка. Берите на 25-ку тофи. Наеми, со второго босса все, кто на замене сейчас сидит, смотрите, надо что-то? На сурке посмотрим, сколько он даст.
смейтесь над нелепостью их строения. Как же? Добрым пути! Мать. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Всё привет. Это говорит о вашем совершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее вы... На втором боссе, если что, Даня, смотри тоже, если кто-то надо. Ну, запы нужны, но их... Запы твои просят сюда, без этого, без рейда. У меня обнова очень медленно качается. Ну, качается, я это зайдет. Для нашего господина нет ничего. Чего вы стоите, танки? Его сила. Давайте танки, да. Сломить его, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет. А пока вот. Да, пока у них танки. Пока милите, не подходите, Коля один тань. Играйте по прислужнику. У меня тут помощника подходить. Нету? А, что я здесь, туда я просто не видел. Позже припал. Двух помощников уберешь. А, ну как так? Угу. Ваня, я тебе 10 тысяч ИП заставил. Ты сову не поменял, сейчас ретрики дамажит. Я все равно на сову пошел. От этого ну, отдельно отведите. Ретрики... Там один танк, один пока. Поэтому мелики не подходите. Все нормально. Бейте ред мелики. Забери, бейте. Пожалуйста, дурачка милишна. Ты уже здесь? Главное корову и помощника. А, Дикей, тебе ноги со второго босса нужны или что там, я просто пропустил? Да. Ботинки, да? Ботинки. Какие ботинки? Он 60-й выбил с погибели. Ага, ладно, это лучше. На 10 новых. Не-не-не, тебе уже ботинки не нужно. Ты чё, я бы их надел. Сиди там со своими. Да-да, сиди, блядь. Забрал уже, потом, когда не надо будет. Не, ну типа... Так ноги, ноги это штаны. Там про ступ не медленно. Он про боты говорит. Критер ПБшный. Забери в этого вечника, он уехал. Под лицом не стойте у него. Андрюх, отказываемся. Вторая БОЕшка, нихуя себе. Блять, распылить нажал. Влад, кидай обмен, блять, это ты сейчас если заберешь. Вчера вот нидич. Все говорю, не нидич. Не подходите, милики. Поздно ты сказал. Лечится минусом ЕП. И комшрейда будет. Другому сделаем. Так, все, Андрей здесь пришел, шмотки и пошел. Блядь, двух справ. Ладно, давайте левого. Только просиливайте двоих сразу. Перетянись. Андрюха, видишь, куда ты уводишь? Тебя хилить невозможно. Скучнее, встань, теряй. Чё, тут ты стой. Нажми сейф. Коля. Ваня. Чё? Ты нахрена зелёнку не идешь? О, зелёнку нельзя уже не идти. Нельзя. Вань. Блять, ну потому что все могут не. Блять, теперь жми распылить. Жмите нидить, хули вы. Пиздец. Просто какая разница, если нажать распылить? Ну, я хочу так, нажимать бабки, кубики. Так, мне нравится. Не аргумент. И нажми монетки. Так, давай. Ваня, блядь, все душные, бля, хочу нажимать кубики, мне нравится. Хочу, да. Я хочу просто сейчас
рейда лимите, какие меня особо. 250 кольцо по мейну. Раз. Андрей, надо себе? Да, но он слабо. 254 кнопки. Раз, два, за 10? Три. Не, за 10 нет. Надо. Давай МБ и окнище мистер Бонда в рейд. Вы смотрите. Вань, сними тебе мне 250. Дальше. Амулет. По мейну маска не надо, 125, но... 125. Вот это верно. На приставку я набрал. 125. Никому не надо. Не начинал выпадать. Раз, 125, два, три. Руки. На мейн тоже никому не надо, 125, но раз. Нет, это говно, 125 за 10, давайте. Какое говно, это бесное. А, ну ладно, сейчас не буду ничего говорить. 10 раз, 2, кидай обмен мили. Продается, что руки кожаные тоже, как не бисы. Сейчас ты 4, я забыл то, что на дерево переворкнули. Сейчас типа фулл то 4 бегают. Нежьте рыбу. Мистер Бонда только засмоньте. Андрей танчит справа, Юй танчит слева. Первая пати бьет справа, кроме чмыги. Вторая. Короче, первая, вторая пати слева. Третья, четвертая справа. Враска напуливает справа, мыга слева. Дарнована держать, да? Типа по квесту или нет? Да, что? Ты будешь Дарнована держать. Сумоните, нет? Бонд. Да, поставьте шкаф. А кто слева будет танковать? Слева будет Юи танковать. Справа у пола. Пойду воды наберу. Ладно, Будрейвен, давай я тоже за 10 хкей отдам. Никому не нужна, лучше я дам. Ну, кидай обмен. Шмотка говно, поэтому. Уже. Давай мне кольцо за 10 хулевы. Смотри. Кольцо еще кому-то надо. Ну, шея тоже еще кому-то надо. Никому не надо. Кольцо я тоже пустил. Тогда возвращай, если надо. Давай обратно. Ладно. Либо за 125. Если... Чего вы просто туда молчите? Если надо, то кипешки. Залейте это ИП. Все, короче, мистер Бонда, либо бахните и погнали. Служи, выбегай. Да. На кусяло помощника поставит метку. Стой! Стой, 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 стой! Что такое? А, квест пошел брать. А ее здесь справа, да, танчит? Слева. Бля, так я тут один бутак справа. Хуёво мне. Тогда вы тяните, Женя, куда ты тяни к себе ноба? Слева выходит один мок. Два, справа два. Не, все, я короче... не иду, лестница выходит. Лестница не выходит. Хм. Выходит. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место... РДС не так же рассредоточились, чтобы сразу у всех не полетело. Мистер Бонд. Ладно. Играли по мобам. Что-то моба с лестницы никто не забрал. Не убьющая череп. Маша, дай БР по Будрайвану. Четыре кнопки законтролить. Стоп по Уевтон. Еще вихрь. Рибах Будрайвана. Блять. Дали, блять, ретрика ему.
Дайте БР, Милер, дай БР. И баф апокалипсис. Скоро трэш выйдет. И контроль через 4 секунды. Стопнули АУЕ, АУЕ никто не бьет. Играем по трэшу и приготовились контролить. Мистер Бонда законтролили. Без АУЕ. Играем. Выбежали с лужи. Сосун, нажми массакру. С играли по трэшу. Никто не забирает моба. С лестницы никто не забирает моба, откуда мы перешли. Раз, два, три. Никто не забирает в центре стены. Так я вам про него и говорил. Женек, пусть тянет его. Женек, блядь. Победи к танкам. Любой ДК, любой Марк, любой половину летал, нажал, привел к нынче. Чао. Прохилите. Контроль через 3 секунды. Стопнули АУЕ. Меня. Сейчас глыбами гнат. Ты к нам поближе стой, блядь, или мне это персонально стоять хилить? Вот сюда вот встань, вот сюда, где я кусял. По бабам сыграли и выбежали с лужи. Маска, Сацуна, Мыга. Лёха, дай БР по Женьку. Заберите моба. Не бахни, Женька. Выбежали с лужи. Шнурки за контроль, АУЕ стоп. Пухи почему не сняты? Контроль, контроль. Блядь. Кусяло, дай БР по машке. Ебав, и сразу из руины рвин. А чё, ретрики покаяния не могут кинуть после корней? Ну да, во всех лужах и во всей хуйне чё кинем. Не, вот здесь... Могу выбрать. Да что, тихо! Дал покаяние, уже сбивали. Короче, когда... этот... скоро контроль будет без АУИНе. Играйте. Приготовьте за контроль, смазка за контрольте, куча всего там контролит, не лезь. Нормально. Заберите моба, ёпка. Добивайте босса. Дайте Герушку его перевели. Дальше духов не ловите. Какой контроль будет перед без АУЕ играете? Выбегали с лужи. Духов не ловим. Локати за контроль без АУЕ. Не убейте его. Каз сбейте. Не убейте Локати. Точечно, только точечно. Смотрите, не добейте. Духи не ловите. Все, молодцы. Дух один идет в мили-зону, каз сбейте. Тут один за Гомуром бежит, второй за Скику Сяо. Твою. Без АУЕ играете, сейчас контроль будет. Приготовить контроль человека без АУЕ. Марухи тебя за контроль. Не убейте Марухича. Духи скоро появятся, тоже следите. Каст. Дух один в мили идет, милики аккуратно. Молодцы, вроде убежали. Второй в РДД за скибиди, за Кусяло. В милик идут. В милик идет за Локати. Бежал. Без АУЕ играете. Один бежит за скибиди. Врезал. Без АУЕ. Чмыгу законтрольте. После вилок. Я вилки уже отвил. Маручить, в тебя дух бежит. Надо там. Мили зону бежит дух один. Женек, красавчик, блядь, твою.
В милизоне дух один, смотрите милики аккуратно, учитесь отбегать. И второй тоже в мили бежит в локации с вами. Контроль через 7 секунд, приготовьтесь стопать, АОЕ в мили дух идет. Стопнули АОЕ, без АОЕ играете. Марсеза за контроль, часть. Драйвен духа с вами. Пока он зависит, если что. В мили зойна, дух бежит. Ламур. Дезинфа, Саня. Что? Говорю, что за дезинфа? Ваксар словила. В мили дух. Хорошо. Беги, 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 там за кем побежал. Да, молодцы. Дресники. Лес. Всякая херня нападал. Кстати, я портале сахозяло выкинул. Ну заебись. Прицели говно упало. Арес будет? Ладно. Там комбат висел. Ну, ладно, я зайду. Дернован же какая васт. Угу. Все через телепорт. Давайте. О, хламида профессора выпала на продажу. Так. Сейчас только ждем. Хорошо. Кому третий босс нужен? Побежали все, да? Кому нужен третий босс замены? Сюда идите. Бейте. Иди дальше. Я все подумаю, что я так мало дал мне. Три момента на где-то. Ты точно смотри. Наплечники. Блять, ну это говно полное. Давай тоже здесь типа. Если кому-то надо. На ведмедей. Да вообще непонятно на кого это прям максимально. Это сила заклинания и скорость. Ну, на аркана, типа. Кинешь обмена. Вань, сними минус 10. Эй, как дела? Дальше. Грудак. Нет, на ОФ 125. Грудак плюс минус нормально. Саня, давай все шмотки одинаково старт давать. А не вот это хочу столько, хочу столько. Ну что, тогда с 10 все начинаем. Ну, да, есть, да. Есть бесполезные просто шмотки. Ну, блядь, давай кто-то будет решать, это полезно, это бесполезно, а вот за это я 10 тысяч. Блядь, ну всем же понятно, какие полезные, какие бесполезные. Я не понял. Понял, хорошо. Давай, давай, все, не ноем. Ксеной, смотка хорошая, ее просто разъебаешь. Давай, короче, 10 ЕП грудак тоже. Ваня, тебе 240 верну. И Будрейвену минус. Нет, 10 за... То, что есть, уже похуй. Просто, ну, типа, делай все одинаково, чтобы не было таких херни. Кому надо, тот поставит больше. Все очень просто. Ну, короче, я тебя понял, давай времени будем тратить. Этот, кидай, не лев, забираешь? Забираешь. Ой, отними не лев, потому. 10? Да. Андрюха на нашем корабле, Коля на тот корабль полетит. Ну, выбираем. Выкинуло, нет? Да. Да. Что, дисконнект или что? Да, дисконнект.
Сейчас на третьем боссе, смотрите, кому третий босс нужен. Только по фасту. И потом четвертый тоже напишите, чтобы убили, сразу поменяли. Если надо. Кому-то какие-то шмотки. Я могу скипнуть корабли. Если уйдет какая-то. Смотрим, может кому-то. Ну, если никому не надо, так и пойдем, у тебя пласка выпьем. Ну так вы, в принципе, правы, наверное, да, надо начинать с ИБ. Согласен здесь с вами. Потому что есть говно шмотки, они уходят на распыл. Так может, ну, хоть кому-то. Просто, Игорь, если кому-то что надо, там просто люди забирают там за 250, за 700 токены. Шмотки, которые они ни с кем бы не ролили вообще, ну, не больше не надо, кроме... И типа, зачем вот этот минимум делать, если можно просто 10? А вообще, блядь, есть такие, кому надо токен Т-10? Мне 2 штуки надо. Да выбьешь, что ты. Вообще ничего не забьешь. Я пересмотрел то, что все на 4 сейчас одевают. Не боись, на прошлом КД уже все за минималку уходило. Слышишь, Андрюха, так ты решил, кем будешь, Миткой или Совой? Чтобы просто приоритет дом. Сначала. А если серьезно? Я хуй не знаю. Нет, я просто чтоб ты... Нет, так ты сам, выбор же твой, чтоб рисал. Да, у меня все равно пока нету ДПС, чтобы там что-то с кем-то спорить. Нет, ну просто... Ты будешь тогда в каком-то месте в приоритете, если там, допустим, на Мишку шмотки выпадут, ты будешь в каком-то месте в приоритете, а так придется с кем-то нового фоловить. И то же самое с собой. А тут, если посмотреть, тут не с кем делить медвежий шмот, он нахуй никому не надо. Мутик есть. Плюс некоторые, да, кот есть, есть этот, некоторые ретрики, некоторые шмот нужны. Челики без проходки. Да, то говно, которое одевает медведь, ему оно не надо. Ну вот то говно, которое надевает медведь, мутики, вот стопроцентно, они просто один в один шмотки носят то говно. Я вот пересмотрел, вот сейчас все ссылка, мне ссылка, блядь, по факту, вот на медведя сейчас надо 2 шмотки, ну типа, на моего медведя. Все, а, и 2 токена. А, пушка. Да там-то пушка, да, блядь, 4 стамины нахуй. Не, не про эту, там, которая с ваной падает. Там 3 сокета есть, хоста, крит. Мы... А, если есть на 3 сокета, тогда да. Или есть... 2, подожди, нет, там 2, наверное. 3 в эту хэм. Ну да. Я тебе говорю. Да я вообще, ну я сейчас по поводу шмота только за ДЦ парился, потому что там с первого босса прям вот, как у Войда, блядь, шея вот эта, дагер, типа. Вот там что-то прикольное. А на медведя тут, ну, блядь, он 230, ну, какой мне там, 232 кольцо, оно ближе, чем 264, блядь. Не, решай сам. Похоже. Я вообще еще ничего не решаю. У меня там ДП, блядь, 1000 нахуй. Нема у мене грошей, хлопці, не парьтесь. ДЦ было бы, кстати, неплохо. Потому что у нас постоянно не хватает. Ну, Ваня неплохо хапало еще. Ну, вот от Сона 4-4 уже есть. Типа. Да я хотел. Ну хотя бы по очереди прыгали. Ты там фазу наконец перенесешь. Блин. Ну, блин, я счет-то 4-4 собирают, но как-то это. Ну ты соберешь, в чем проблема? Я же помогу во всем. Он сейчас с грульмаги по фасту будет ходить. Там по минимуму забирать. Да, мне хотя бы на ретрика их добрать, не говоря уже про хулипала. Марухич, по поводу, есть ли вариант на ДЦ прыгать. Правило знаешь, если твой ДЦ-шник подходит под рейды, можешь прыгнуть, ДЦ-шник, а у нас ДЦ нет. 10 тысяч. Но я тебе скажу так, Рошамы это очень крутые, как класс. Потом... Т4 убили вообще. Да, если что, на рейд.